Всем привет! Вы на канале Профи Мама, и меня зовут Алена Тиханская. Я хочу с вами поделиться нашим решением. Мы возвращаемся в Украину. Не потому, что здесь в Германии плохо, нет, а потому, что мы соскучили за своей семьей и за своей страной. А сейчас я с вами хочу поделиться, как правильно оформить документы, сняться с социала, чтобы у вас в дальнейшем не было проблем, если вы захотите вернуться и ездить по странам ЕС. Нам очень понравилось в Германии, и это был хороший опыт для нас. Но я очень сильно скучаю за папой и за своими питомцами, так что мы едем в Украину. И мы очень благодарны Германии за то, что они нам помогли освоиться тут на какое-то время. Первое, с чего мы начали, это сегодня мы приехали в школу, где Софийка учится, написали заявление о том, что мы возвращаемся в Украину, отметили свой адрес, где мы будем находиться, и нам выдали подтверждающий документ о том, что София проучилась в Германии, в городе Гамбург, и мы теперь свободны, закрыли этот вопрос со школы, чтобы у нас не было никаких претензий в соцслужбах. Я продолжаю заниматься документами снятия с регистрации. В этот раз я написала на электронную почту письмо в произвольной форме о том, что я хочу вернуться в Украину навсегда. И добавила еще свой код, обязательно нужно, по нему вас могут найти. Он у вас в документах находится. И также указала свой адрес, по которому я проживаю. И попросила письменное подтверждение. Там мне сказали, что мне нужно в течение 7 дней сдать документ зелененький, смотрите, он у вас должен быть. И тогда я смогу выехать, и ко мне не будет никаких претензий. Сегодня мы сдали документы и теперь можем возвращаться в Украину. Что нам сказали? Если мы захотим вернуться в другую страну, то это будет без проблем. Главное, все правильно сделать. Завтра мы возвращаемся в Украину. Едем прямым автобусом с Гамбурга до Киева, а с Киева поездом до Харькова. Перевозчика мы выбрали фирмы Шевченко. Нам понравилось тем, что не нужно делать никаких больше пересадок, а прям с Германии ты едешь уже в Украину. Занимает это время 25-26 часов. Ну и, конечно, я вам покажу, сколько у нас заняло это время, сколько мы потратили на дорогу и как длился наш путь. Эту часть видео мы записываем в Украине. Наконец-то мы в родном, любимом городе Харькове. Мы очень счастливы. Добирались мы непросто. Ехали автобусом 30 часов, долго стояли на границе. А уже в поезде мы выспались очень хорошо. И утром мы уже вернулись в свой родной дом. Сейчас мы находимся рядом с папой, с нашими любимыми питомцами. Пусть война и продолжается, но главное, что мы вместе. Я буду верить, что в нашей стране будет мир. А вы следите за нашими новыми новостями на нашем YouTube-канале. Мы вас очень сильно любим. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока! Этим видео мы заканчиваем наш влог, как мы были в Германии. И будем продолжать уже снимать в Украине.